18 улиц Барнаула и два городских поселка без воды. Отключение невиданного масштаба. Такого в краевой столице не было много лет. Сегодня днем одна из главных артерий Барнаула, Павловский тракт, в прямом смысле поплыла. Из-за коммунального порыва дороги превратились в реки. По адресу Павловский тракт, улица Новороссийская, произошло повреждение задвижки диаметром 600 мм. Был значительный выход воды из поврежденного участка. В настоящее время производится откачка воды из котлована, где произошло повреждение. Далее будут производиться необходимые ремонтные работы. Для устранения порыва в Барнауле отключили воду в Центральном, Железнодорожном и Октябрьском районах. В зону отключения в общей сложности попало треть населения краевой столицы – 147 тысяч человек. Жители почти 1000 многоквартирных, больше 8 тысяч частных домов. Из-за аварии без воды остались и 35 медицинских организаций, в том числе 10 больниц. Правда, водоснабжение уже полностью восстановили в 3-й поликлинике, 8-й горбольнице, 2-м роддоме, больнице скорой медпомощи. К двум больницам, 3-й и 5-й, организованы подвоз воды. Изменен режим функционирования и работы школ, детских садиков. Работа этих объектов прекращена. Родители в оперативном порядке обзваниваются для того, чтобы они забрали своих детей и проконтролировали их движение домой. Вузы, библиотеки, кофейни города, попавшие в зону отключения, также корректируют свой график работы. В усиленном режиме работают сейчас аварийные бригады водоканала ГОЧС и МЧС. В ликвидации порыва участвуют 30 человек и 15 единиц техники. По прогнозу Евгения Чайкина, к вечеру рабочие должны завершить устранение повреждения и приступить к заполнению системы водой. По поручению главы Барнаула Вячеслава Франко создан оперативный штаб. Ликвидация порыва находится на особом контроле администрации города, правительства края. Данил Кузнецов, Анастасия Дороган. День с толком.